Мы сейчас общими усилиями развенчали мифы. Маклай 150 лет назад развенчал мифы о том, что папуасы почему-то не считались людьми кем-то. Абсолютная глупость. А мы сейчас развенчали мифы о России для наших друзей из Папуа Новой Гвинеи. И я думаю, что наши мифы о папуасах и о том, как они живут. Я думаю, он и его труды изменили представление людей о новогвинейцах и вообще людей нашей расы, что мы не низшая раса, а просто другие. One thing that I would remember about his work and Буду помнить о его трудах, экспедициях в Новую Гвинею, его отношении к тому, что жители Новой Гвинеи — люди. Эти идеи до сих пор звучат эхом в голове.